Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов посмотрел с молодежью фильм о советском летчике. В Салехардской арт-резиденции «Полярис» прошел закрытый показ киноленты о герое Великой Отечественной войны. В основу сюжета драмы легли истории летчиков, потерявших на войне ноги, но вернувшихся в строй, в том числе героя Советского Союза Алексея Моресьева. После просмотра Дмитрий Артюхов обсудил ленту и ее смысл с молодыми зрителями. То, что это происходит сегодня с нами, это сложно, но в то же время это дает нам возможность стать лучше. Я вот очень хочу, чтобы мы также находили в себе силы, потому что у всех у нас масса есть слабостей, тех вопросов, которые мы не можем преодолеть себя, находим в себе постоянное оправдание. Да? Но вот есть как бы брать пример и в кино, и в жизни сегодня. По словам губернатора, ямальская молодежь бережно относится к истории и воспитана на идеалах патриотизма, уважения к родине и семье. Дмитрий Артюхов порекомендовал посмотреть фильм «Летчик» всем северянам.